Друзья, вы видите на моем столе торт. Торт самодельный. Поднимите, пожалуйста, эту крышку саркофага стеклянного. Бабах! Вот он. Вот он торт, сделанный не просто хорошим человеком, а от души. Правильно? Правильно. Вот. Вот у нас хороший человек, который от души. Представляйтесь. Вероника. Вероника. Откуда вы, Вероника, родом? Где учат девочек такие торты делать? Дома, в Казахстане. Где вы там, в Казахстане? В степи прям? В Алмате. А, ну то есть в большом городе. В большом городе, да. Как вы попали в Америку-то? Ой, слушайте, я тут стою, он пахнет. Да, я даже слышу. Правда? Чувствуете? Ну, чего? Как мы здесь оказались? Да. Приехали как студенты, муж вот уже отучился. Так. И собирается работать. Ну, подождите, как студенты, виза-то у вас какая? Виза была студенческая. Так. А муж где отучился? У вас. Так понимаете, но он же не у нас. Виза-то не у нас была студенческая. Ну, сначала мы учили язык. Так, сначала язык учил. Да. Сюда я пришел уже, будучи в статусе. То есть с разрешением на работу? Да. Как положено. Кстати, студент, понимаешь. Ну, так подождите, а торт в связи с чем у нас? В связи с тем, что я устроился на практику на платную. Ну, так. Наконец-то, со второго раза. Со второго интервью? Не, интервью было много, просто был один такой случай, что меня уже взяли в одно место. А потом сорвалось. А потом они прислали письмо, что у них там что-то случилось. Это бывает. Да. И с девушками то же самое бывает. Вроде договорились, а потом что-то происходит. Правда, бывает так? Бывает. Передумывают. Компании, они такие же вот ветреные, как некоторые девицы. Ну что же, хорошо, так а вы по образованию кто у нас? Инженер-строитель. Так, то и реально что-то построили? Я много чего построил, да. Ну то есть стоит, держится, все не падает. Все нормально, да. Я всегда это поражал, думаю, строит, думаю, и не падает. Смотря как строить. Это надо знать, конечно, как. Ну вообще потрясающе. Или вот стоит завод, знаете, делает машины. Столько народу, понимаешь? Один дурней, понимаете, склоки, подсиживания, черт что, всем плевать на качество автомобиля, а он едет. Понимаешь, он едет. Вопреки всему. Ну, заменяют их сейчас на роботы людей-то. Поэтому чем больше роботов, тем лучше едет. Ну, мы тоже софтвер использовали, чтобы расчеты производить. Чего? Конструкции. Каркаса здания. Отечественный или импортный софтвер у вас был? Отечественный был. Ну как отечественный? Это был московский, российский, мы как бы так. С Казахстана. То есть могут. Да. В Москве могут софтвер так, чтобы да, довольно-таки посчитал. Софтвер. Ну отлично. Хорошо, я успокоил. Вот. Ну хорошо, так чего же? Женка-то рада? Давайте мы... Конечно, рада. Так. У вас деток еще нету? Ну, это будущая детка. Да, это первая детка. Сколько осталось-то? 3 недели осталось. Да вы чего? Да. Мальчик, девочка? Так по форме-то вот на мальчика тянет, нет? Ну, тянет на мальчика, но мы не уверены, потому что УЗИ было очень... Вопрос спорный. То есть наука вам не ответила на этот вопрос? Наука не ответила, а потом мы решили не спрашивать, потому что пусть будет сюрприз. Кому? Нам. Хорошо. Или маме. Родители там в Казахстане что говорят-то? Хотят деточку? Конечно. Внучечку. Девочку хотят. Ну, есть уже внучка. Хотят, конечно, внучка, но тут у вас там братья и сестры у вас там, да? Да, у меня сестра. Да. Постарше, помладше? Младше. Симпатичная? Конечно. Ну, а где же сестра-то? Сестра-то ведь что же? Ну, она с родителями пока не... То есть, но собирается? Да нет. Нет? Пока еще не созрела. Ну, ждем. Вы устраиваетесь тогда уже. Да, надо. Ладно, давайте я еще раз, друзья, на прощанье покажу вам этот тортик. Потому что, знаете, как бывает, ой, пахнет, ой, как бы объектив не затуманился от запахов-то. Чем пахнет, рассказывайте? Медовый. Так. Медовые коржи. Так. Карамель. Так. Клубника. Ай, карамелью пахнет она. Клубника пахнет, вот. Ай-ой-ой-ой-ой. Друзья, не буду больше вас мучить, потому что мне и так говорят, что я то в 5 утра там. Слышишь, человек говорит, в 5 утра, говорит, а я там, а я как раз коньячку. И он говорит, где я в 5 утра возьму коньяку? Говорит, я говорю, если нет, то, конечно, где же ты возьмешь? Надо дома всегда держать. Все, друзья, прощаемся. До свидания.